Моя фамилия Арутунов, чтобы вам было удобнее меня оценивать. Я вам хочу рассказать, почему вы все должны отдать мне свои деньги. Я все время мыслил с детства. Постоянно. И до сих пор это делаю. Не могу остановиться. И я искал с детства систему. И я ее нашел. Я понял простую вещь, что раньше была система красного проекта и система проекта демократического, либерального. Когда эти системы две ушли, но осталось все равно противоборство, я искал, в чем причина этого противоборства. Почему все не объединяются, чтобы всех грабить? В чем причина? Зачем они между собой ссорятся? Для чего им это надо? В чем суть их спора? Я ответил для себя на этот вопрос так, что есть какие-то вещи, которые они знают. И группировки делятся на тех, кто знает эти вещи, и на тех, кто хотят жить по-старому. И когда я понял эту простую вещь, я начал искать эти знания. В чем секрет? Почему есть люди, их мало, но которые не продаются за деньги? Почему их не могут подкупить? Почему они готовы умереть за то, чтобы кому-то помогать? Я не понимал этого. И я когда понял, что есть какие-то законы, которые трудно постичь, если ты мыслишь, как тебя принудила система с детства. И я понял, что эти законы, они одновременно и просты, и сложные. Заключаются в том, что имеют значение не деньги, а жизнь. И когда я это понял, я понял, что если придут к власти вот эти вот, у которых эта система в голове, что главное не деньги, а жизнь, они готовы отдавать бесконечное количество денег тем, кто это понял. И надо только суметь это в себе преодолеть. То есть стать морально-этически другим человеком. Понять, что деньги не имеют никакого смысла, а имеет смысл только жизнь. И когда ты это поймешь, ты сразу получишь все деньги мира. И мне кажется, что это я понял самый первый. И я здесь на самой вершине нахожусь. Даже по отношению не только к вам, но и во многим в этом городе. Поэтому я думаю, что вам лучше все деньги взять и передать мне. И тогда я смогу подняться настолько над этой системой, что мне дадут еще больше денег. И я их раздам вам. Потому что для меня они не имеют никакого абсолютного значения. Для меня имеет значение только жизнь. Дальше я хочу рассказать, как вы можете мне отдать свои деньги? Это несложно. Я работаю адвокатом. У вас много друзей, много знакомых, которым наверняка нужны услуги юриста. Учитывая мои морально новые качества, которых вы только что узнали, вы можете не сомневаться, что я, как юрист и адвокат, сделаю все в самом лучшем виде. Да, я немножко буду хитрить, я признаюсь, и вас не обману в этом плане. Но хитрость моя будет минимально ущербно по сравнению с тем, кому бы вы попали, если бы это был не я. Поэтому у вас два варианта. Либо вы соглашаетесь со мной, либо вы живете как раньше, а значит будете все ниже и ниже опускаться по этой ступеньке, и в итоге станете никем. Потому что сейчас вы хотите быть кем, правильно? А в итоге вы станете никем, потому что вы отрицаете то, что вы знаете абсолютно точно. Что есть противоборство, это нельзя убрать, это уже не изменить. То есть говорить о том, что, допустим, в Америке Трамп любит Россию как Путин, и поэтому ей помогает, это полный бред. И все об этом прекрасно знают. И то, что он помогает, тоже. То есть есть и там группировки, которые почему-то борются, и в России есть. Что их разделяет? Это только единственное объяснение, это может быть, это только то, что я привел. Поэтому я предлагаю вам не сопротивляться. Это бессмысленно, я чувствую ваше сопротивление. Оно ничего вам не даст, кроме ущерба самому себе. И понять простую вещь, что в этом мире мы пришли для того, чтобы радоваться жизни, быть счастливым. Другого смысла для жизни нет. А получить счастье можно только думая о других. Я к этому пришел. Хотя вначале я думал абсолютно противоположные вещи. И хоть мой путь находится только на начальной стадии, но я думаю, что назад я уже никогда не вернусь. Думаю, как и выпуск того, после моего выступления. По крайней мере, на это надеюсь. Ну и осталось 5 секунд. Я вам хочу сказать, что
Я вас всех люблю.